Добрейшего здравствуйте, мои дорогие друзья, с вами снова я, Куик, и сегодня мы с вами встречаемся в игре The Elder Scrolls 5 Skyrim, и это уже какая там четвертая серия, продолжаем наши с вами приключения. Я сразу же после третьей серии записываю сейчас четвертую, поэтому ваши комментарии по поводу прошлой серии я не видел, если они там вообще есть, или будут точнее, поэтому вот так вот, пишите комментарии, самые полезные советы под... ну ладно, в общем, пофиг. Так, забираемся мы с вами, значит... в прошлой серии мы, кто не видел, естественно, как всегда, ссылка на прошлую серию в описании, а если вы здесь вообще впервые, то ссылка на плейлист с прохождением Скайрима тоже будет в описании. Итак, мы в прошлой серии там что-то изучали, что нужна кирка. Хорошо. Значит, мы там в прошлой серии путешествовали, какой-то драконий фигню, какие-то загадки разгадывали, боссов мочили, рубили просто как надо прямо. И в этой серии, естественно, пойдем рассказывать о наших с вами... А я не понимаю, что происходит-то. О наших с вами пойдем рассказывать этих заслугах. А как прокачивать-то? Никак, да? Ну и ладно. Ну и ладно, я думаю, можно прокачивать. А прокачивать этого нельзя. Так, куда нам надо вообще бежать-то? Куда нам надо бежать? Нам надо бежать, значит... У нас какие вообще есть задания? Я хотел вообще идти изучать эти самые... Я хотел идти изучать магию. Магию хотел идти изучать. Вот, коллегия разная. Посетить коллегию. Где коллегия? Коллегия, она вон там где-то. Ой, я что-то... А зачем я сюда-то вышел? Зачем я вышел здесь, если она там? Вышел я здесь для чего-то, хотя коллегия вообще находится в другой стороне. Можно мне это все перелететь вообще? Нет, нельзя. Ну ладно. Не очень-то и хотелось. Какая-то река. Офигеть, мне, кстати, наверное, тут можно плавать, да? Но я, наверное, не буду этого делать, потому что это слишком опасно. Капец! Какой-то нашел я тут чертополох. Чертополох, это, наверное, полезно будет когда-нибудь. Какую-то деревню вижу. Тут, наверное, будут добрые тоже сельчане, скажут, давай, ты тоже тут сидишь. Хижина Анис. Ты Анис, да? Да, ты Анис. Господи, я сначала подумал, что это мужик. Прости, бабуля. Я тут по хозяину чуть-чуть немного, да? Спасибо. Чё тут еще можно у него красть? А, ясно. Не вам. Пока. Я тут у тебя забрал вещи. Какой добрый человек. Пришел просто бедной бабки и забрал у нее всего. А это там кто? Это враг, наверное. Да? Или друг. На всякий случай оружие в руки. Ты кто? Первый раз слышу. Знаешь, кто такой гурман? Автор книги «Необычный вкус». Он кулинарный волшебник. В смысле, не настоящий волшебник, но его рецепты просто шедевры. Знаешь, я слышал, что гурман сейчас в Скайриме. Ясно. Какой-то гурман, какие-то яблоки, какой-то тонкий вкус, и он хочет этого дурмана поразить. Ну ладно. Это не моего ума дело, он потом меня иначе обидится, скажет, а мой, какого фига, это должен был быть мой вкус. О нет. Кролики умерли сами по себе, я их обыскал. Жаль. Жаль, очень сильно жаль. Очень сильно жаль бедных кроликов. Кто же их мог убить? Какая же тварь безлюдная могла убить. Кто такой? Ты что делаешь? Хватит своей пипиркой тут махать. Два на одного нечестно. Ну ладно. Иди нафиг. Иди нафиг от меня. Ты что, зависла? Ты делаешь? Что дурной? Что дурак? Давай! Ты офигел, взял меня щитом, втащил. Да иди ты... Иди нафиг, а?
придурок. Фига себе. 11, 11, 28. А у меня-то лучше будет. У меня 34, понял, лошара. Какие-то вы все такие себе. Какие-то вы все слабенькие, я хочу вам сказать. Где там этот щит тупорылый? Прочный железный щит, пошел нафиг. Так. Так. Золото, мне нужно ваше золото. Мне нужны ваши стрелы. Что это вообще за место такое? Это ваш аванпост? Аванпост ваш, да? А мне пофиг на ваш аванпост, я тут вас тут сворую. Вы бандиты, а у бандитов своровали их снарягу, нормально. Вот это ирония, не правда ли? Так, здравствуйте. Здравствуйте, что здесь у вас? Пивные кружки, о, бочки. Морква! Морква, морда, забирай ты все, ты что, дурак, что ли? Забирай все, а, на R все брать, окей. Соль! Фига они тут жируют. Ну да. Пожрать можно хорошечно. Зачем я всю эту еду поднимаю-то? Ладно, продам потом кому-нибудь. Опа, сундук. Опа, золото. Стальной боевой молот. Сколько? Это двуручный? Это двуручный. Да. Ой, не упади, дебил. Ты чё падаешь? Не надо падать-то. Не надо падать. Не надо падать, товарищ мой дорогой. Не падай. А мы спустились. Ну чё, я не виноват, что я тут пошёл. О, опять там это самый вот этот вот череп. А, или я там был. А, короче, пофиг. Там эти добрые громилы мне дали свое золото. Во. А ты чё не бежишь? Эй, беги давай. Чё ты какой-то инвалид? Чё происходит? Ладно, пойдемте через этих добрых дядек. Почему бы, собственно, нет? А почему он не бежит? Он у меня все, он у меня не спринтует. Шифт сломался. Или это из-за метели скорее, да? Бежим. 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 О, все, спринт. Не сломался у меня шифт. Или сломался. Сломался, походу, да. Да давай. Что за метель? Мне метель не нравится. Ты что делаешь? Еще застрянь давай тут. Не, все, не спринтует. А, нет, спринтует. Местами. А, я, блин, в приседе. Иду нафиг в приседе. Че-то он у меня не спринтует, говорю. Блин, вот я придурок. Так, хорошо, бежим. Этот олень косо на меня посмотрел. За такое. Он заплатит за свою наглость. Ему, по-моему, пофиг. Ему, по-моему, пофиг совсем. Он, по-моему, это... Он, по-моему, сломанный был. Ну да ладно, мне пофиг. Мне все равно. Этот волк имел наглость напасть на меня. Волк, волк, уйди отсюда, уйди. Я тебе, ей-богу, говорю, уйди. Ты сам выбрал для себя такую участь. Я хотел, чтобы ты ушел. Ты меня не послушал. А это что за плантации? А, это мое. Мне разрешают это брать. Офигенно. Здравствуйте. Я тут поварю вас. Значит, капусту я у вас сворую всю, я думаю, да? Капусту я у вас сворую всю. А как тут продавать-то все это? Я это все собираю, а как продавать ты? А можно ее жрать? Хе-хе-хе. Пища! Сколько у меня? 21 штука. 21 штука. Товарищи мои. Конюшни. Я понимаю, что конюшни. Воу! Привет. Тут на лошадях можно гонять. А прикольно, если бы тут можно было гонять на драконах. Вот бы было круто. Я бы так хотел, если честно. Мне кажется, все бы так хотели. Привет!
Давай погляжу. Рисад, я тебе хочу кое-что продать на самом деле. Вот, например, вот это хочу. Все, продал. Офигеть, я могу продавать! Красиво, 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 вообще красиво. Офигеть. Одну продам. Офигеть, 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 офигеть. Мы с вами 15. Офигеть. Офигеть. На. На. Обалдеть, не встать просто. Просто обалдеть не встать. Ой-ой-ой. Обалдеть не встать, на. На. Обалдеть. Офигеть просто, я в шоке. Я в шоке, наконец-то, наконец-то. Наконец-то, это я, наверное, оставлю. Вор-вор, это все стоимость, надо, все это надо. Книги. Разные. Аметисты. Но они, наверное, нужны. Это, наверное, тоже надо. Это надо, наверное, надо. Ладно, это я пока оставлю, кроме угля. Черепа. Светильники отдам. Все! Мужик. Есть! Мы поторговались. А сколько у меня денег? Я могу посмотреть, сколько у меня денег? Или я не могу? 1132! На 1132 золота, мужики и девки! Что это такое? Дубильный станок. Что на нем можно делать? Разное. Ага. А зачем мне это надо? А зачем мне дубильный станок? Ну ладно. Дубильный станок мне не нужен. Там кто-то спит. Пойду-ка я в город в этот. Какие-то, что это такое, что это за мим, я не знаю, что это. Так. Перень-терень-терень. Ой. Так, отлично. Мы идем опять к королевичу. Здорово. А нет, мы не к королевичу, мы к этому идем, к придворному волшебнику. К придворному волшебнику, из которого плохой, как он говорит, волшебник. Во. Мужик, мужик, я пришел к тебе, мужик, мужик. Здорово. Привет, тайный огонь. Драконий камень у меня, что делаем дальше? Здесь твоя работа заканчивается, а моя начинается. Работа ума, которую, увы, недооценивают Скайриме. Моя коллега будет рада увидеть твою находку. Это она обнаружила ее местоположение, но даже мне не говорит, каким образом. Выходит, твоя информация все-таки оказалась правдой. И наша подруга выпала ее для нас. Значит, это из кургана на ветреном виде? Все расшифруете? Пришлите мне копию. Фарингар, ты нам нужен. Неподалеку видели дракона. Ты там тоже понадобишься. Дракон? Поразительно. Где его видели? Что он делал? На твоем месте я бы вела себя посерьезнее. Если дракону вздумается напасть на Вайтран, не знаю, сумеем ли мы ему помешать. Не понял сейчас. Какой нафиг дракон? Дракон в небе, поговорить с Яровым. Где Яров? А куда мы идем-то? Где Яров-то? Поешь это.
Нет времени на церемонии, друг мой. Мне опять нужна твоя помощь. Я прошу тебя пойти с Эрилет и помочь ей в битве с драконом. Тебе удалось пережить Хелге, так что у тебя больше опыта в этом деле, чем у других. Я не забыл, что тебе удалось добыть до Фаренгара драконий камень. Знак моего благоволения, я разрешаю тебе приобретать дома в городе и уже отдал соответствующее распоряжение от Ничи. И, пожалуйста, прими этот дар из моей личной оружейной. Мне бы тоже стоило пойти. Я очень хочу посмотреть на этого дракона. А где оружейня? Текстуры, понятно. Понятненько. Давайте это самое. Сейчас. Паркур по-куйковски. Паркур! Ай, не вышло. Где это самое, как ее зовут? Айрилет или как ее? Валета. Айрилет. Айрилет! Мне нужна Айрилет. Айрилет! Я знаю, что ты помогаешь Ярлу. Вот бы все гости Вайтрана были столь же благородны. Пока. Я бегу за Айрилет! Айрилет, жди меня! Айрилет! Она так странно бежит. Фига ты. Они даже двери открывать умеют. Круг — это небольшая группа самых, короче, доверенных и умелых воинов из рядов соратников. Интересно. Интересно. Выходим. Где Эрилет? Эрилет! Бежим. Подожди, я не хочу с тобой бежать. Можно мне подождать время? Я хочу днем бегать. Я днем бегать хочу. Хочу днем. Мы дня уже столько времени не видели. Сколько мы там его не видели? О, все. Теперь бежим. Вот теперь бежим. Вот теперь бежим к этой Эрилет, или как ее там? Валет, Айрилет, Домосед. О, опять этот як, бык, буйвол. Кто это, я не понимаю. Волосатый ёж, короче. Так, бежим, бежим, бежим за Айрилет. Опа. Здравия желаю! Погнали, погнали. Бойцы, смотрите, какая модная у нас группировка. Вот это сейчас будет походу месиво. Смотрите нафиг, что происходит? Что происходит-то, ребята? По-моему, назревает что-то очень жесткое и очень опасное. Мне кажется, эта серия будет самой интересной серией из всех. Потому что нет. Это мое чисто такое предположение. А там повозка. Погнали на повозку! Погнали на повозку, товарищ. Куда вы бежите? Давайте на повозку. Блин, мне бы их потом догнать, слушай. Горный цвет! Горный цвет! Повозка! Я не знаю, зачем я это сделал, но я это сделал. Сделал уже поздно. Так, вон наши бравые бойцы! Я не очень-то отстаю от них. Подождите меня, товарищ! Подождите меня, товарищи! Я иду за вами! Ой, они ждут меня. Здорово, девка! Она заблудилась. Она не знает, куда идти. Привет! Это она. Пошли.
Ты что делаешь, что ли? У меня что-то с головой, по-моему, проблема. Уже глаза красные, поспала бы, выспалась, чтобы не заблудиться, ё-моё. Ну то блуждает, что-то не понимает даже где, какие-то цветы собираю. Да. Мы имеем дело с драконом. Представляешь? Офигеть. А может это кто-то просто человек какой-нибудь пожёг, а этот просто испугался. У страха глаза, знаете, велики. О! Вот этот монах, он, наверное, все поджег. Ты не знаешь, что случилось, ты ж здесь был! Придурок! Ой! Убить дракона? Где дракон? Где? Вон нафиг птица, твоя курица летающая! Ой, блин! Смотри! Смотри, сидит! Смотри! Она меня жжет! Тварь! Мир! Получай! Ай, она меня жжет! Ты что полетел? Куда? Эй, драконище! Куда летаешь? Ой! Ты что? Ты не офигел, не? Давайте возьмем свиток. О, получилось. Эй, ты, тварь! Лови! Ах ты! Мирмунир, нафиг, босс! На нафиг! Попал! Лови, тварь! Гранату! Офигеть! Ты чё, не скинь меня! Ой. Попал. Нет, не попал в этот раз. Сейчас не знаю, попал или нет. Фига ползёт, смотрите. Чё, всё уже, да? Силы твои тварины иссякли. Он уже не может, смотрите. А давайте все. Сейчас поступим как настоящие герои. Да ты чё нафиг берешь в одну-то руку, дебил? Адекватный, не? Надо прыгать. Я, пожалуй, спущусь, ладно. Я герой! Я иду бить Мирмунира! Придурка, короче, какой-то. Здорово, Мирмунир! Ой! Он меня ест! Он меня съел! Что он делает? Он меня ест! Он меня убил. Он меня съел. Ну и ладно. Вон этот тварь! Ладно, возьмем. Давайте. Все-таки лук. Эй ты! Козлина! Лови! Оу! Тихо, полегче. Фига у тебя огонь далеко достигает. Ты где там? А, вон ты.
Мир Мунир. Видите? Он, по-моему, завис. Мир Мунир. Ой, сейчас упаду. А, нет, не завис. Опа, финалка. Нет, не финалка. Ты сдохни. Ух ты! Я сделал это. Я убил Мир Мунира. Опа. А где это? Мадама. А, вот ты. Мир Мунир. Драконья кость. Опа, нифига. Опа, нифига. Что происходит? Что это? Из раздела крики в меню магии выберите крик безжалостная сила. Что? Просто не могу поверить. Ты Давакин. Давакин? Это еще что такое? Я не знаю, что со мной произошло. Есть только один способ проверить. Попробуй крикнуть. Тогда все будет ясно. Сказания говорят, что только драконы рожденные могут кричать без предварительного обучения, как и драконы. Крикнуть? А ты кто? Верное, нет ковород. А. Что скажешь, Эриле? Это совсем близко. Давай, Эриле. Скажи нам. Ты сказка о Давакина. Кое-кому лучше бы прикусить язык, вместо того, чтобы трепаться о вещах, в которых вы ничего не слышите. Перед нами мертвый дракон. Вот это я понимаю. Это значит, что их можно убить. Всякие там легенды о людях-драконах меня не интересуют. Кто-то может убить дракона, и слава богам. Тебе этого не понять, Хускару. Ты же не Норд. Я объездила весь Тамриэль и видала куда более страх. Советую вам полагаться на собственную силу, а не на сказки легенды. Это же был самый настоящий твик. Будь я проклят, значит, ты точно Давакин? Я Давакин, оказывается. Я тебе могу орать. Я умею орать, значит, я Давакин. Вот это логика. Логика просто совершенная, я хотел сказать, потому что если я умею орать, значит, я Давакин. Значит, я Давакин. Нормально. Умею орать, значит, Давакин. Не умею орать, значит, я не Давакин, да? У вас какие-то странные понятия. 19. 11. А я хочу быть черным. Разницы, в принципе, никакой. Что черный, что белый. Так. Большие рога.
книги разные. Так. Так. А у меня, кстати, перегруз жесткий. Ёшкина матрешка. Ладно, товарищи, бежим. Куда бежим? Я могу орать, да? Так. Как бежать? Я не могу бежать. Спаси. Ой, мужик, можно с тобой? Можно поторговать? Можно поторговать? Стой, 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 товарищ, стой! Ах ты ж чертяво. Рад, что ты на нашей стороне. И тоже этому безусловно рад. Но, блин, у меня перегруз. Ай, перегруз. Так, мне нужна льняная ткань. Зачем я ее брал? Все. Столько льняной ткани, а нафиг нужна. Так, ёлки-палки, я теперь, короче, орать умею. Вот это да. Хотя это больше похоже на чих. Вернуться к Ярову. Посетить коллегию. Так, где карта? Карта, 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 карта! Нет. Где карта, подожди. Так, это Яру. А это коллега себе. Коллегию посещать очень далеко. Ладно, ладненько, ладнюшка. У меня на шее хрюшка. Сходим к Яру. Потом еще что-нибудь выполним, какую-нибудь сюжетку. В следующей серии уже пойдем изучать магию в коллегию. Сейчас было. О! Я вижу первые жертвы, на ком... Фига себе, воля к жизни. Я вижу первые жертвы, на ком можно использовать наш крик. Наш чих, скорее даже. Сейчас будет весело, смотри. Олень! Опчхи! Ну, что-то такое. Что это такое? Какая-то скукота. Вообще скукота. Фигня полная. Я-то думал, весело будет. А нифига веселого нет. Я думал, они сейчас, блин, полетят все. А никто никуда не полетел. Какая-то слабая фигня. Зачем она мне вообще нужна? Ну и ладно, лаванда. Это хорошо, что есть лаванда. Да, я-то думал повеселее эта фигня. Ну и ладно, ну и ладно. Я-то думал весело будет, а нифига подобного. Куда я вообще иду-то? Блин. Давакин какой-то, Давакин. Я-то думал, я Давакин. Вам нужна кирка. Да знаю я, что мне кирка нужна. Паркур по-куйковски мне нужен. Вот что мне надо. Вот что нужно каждому человеку. Паркур по-куйковски. Да, мадам. Вот она. Вот это вот мадам со мной согласна. Лилит Ткачиха. Ткачиха. Лилит. Ух ты, соратники ведут свою историю. Это изначально 500 соратников из Грамора, который привел в Скайнберг. Пролезете ли, кстати, сесть там, реаль. Это вот это Сикамор этот. Сикирый. Смотрите, что я могу! Как ты это делаешь? Не причиняем никаких хлопот. Мы только хотим найти ее. Я много не прошу, но пару сет... Девка, ты видела? Чё я умею? Я умею многое. Видели, как я чихаю? Никто не оценил. Потому что все знают, что какая-то фигня, меня обманули, меня надурили. Типа никто дракона убить не мог. Ага, если бы никто не мог убить дракона, значит вы бы изначально не пошли против него сражаться. Будете вы свои жизни бедные это самое подставлять. Да, ага, конечно, обманщики вонючие. Мужик, ты не оценишь, не? Смотри. Но это же, прошу тебя,
Ну блин. Даже чихать уже тут нельзя. Люди у него нервничают. Чё я не... Капец, даже чихать здесь нельзя, ёлки-палки. Где веселье? Почихать даже нельзя. Люди у них нервничают, крики. Скукота. Вот сейчас я разозлюсь. Ой, все, я разозлился, вы собаки. Я разозлился, ясно вам. Вот видите, что, да? Вообще нафиг. О. Полетело. Прошу тебя прекратить. Ну вот. Хорошо, что мы с этим разобрались. О, Давакин. Хунгар. Башня, но мы убили дракона, возможно, я как это давать, да. Да, вот. Я знал, что могу рассчитывать на Эриле, но я хочу услышать подробности. Значит, это правда. Седобородые действительно призывали тебя. Седобородые? Чего это седобородые от меня хотят? Что драконы рождённые обладают великим даром голоса, способностью направлять жизненную энергию в туум или кридит. Если ты воистину Давакин, они смогут научить тебя использовать свой дар. Ты помнишь тот ужасный грохот по дороге в Айтрас? Это был голос седобородых, что призывал тебя на высоких рогах. Такого не случалось уже по меньшей мере несколько веков. Последний раз призыв получил сам Тайпер Септим. Еще в бытность свою Талосом Отморским. Рога, успокойся! Какое отношение ваше? Будешь в Айтране дурить? Я тебя лично тебе. Слушай, я что молодец. Он определенно не какой-то там дураки. Нордские бредни. Ты чихнуть? Я случайно. Провентуса Веничи. Ты чё он мне дал? Какое-то оружие снял со своего непонятно чего. Углей, урон 9, урон... Дар... Что делает Хускарл? Я присягаю себе на верность как своему тану. Я буду охранять тебя и твое имущество ценой своей жизни. Яро признал, что ты имеешь.
Пойдем. Поговорить с седобородами. Во, это куда? Это где? Это нафиг куда? Покажи мне карту. А вот седобородые. А вот здесь тест какой-то. Это вообще две разные стороны. Где там? Идешь, да? Идешь, да? Хорошо. Идем. Дорогая моя подружка. Что это такое? Что это за хрюшка? На какую-то арену похоже. Кользей. Что это? Йорваскр. Мы идем в Йорваскр. Подружность. Надеюсь, там никого нету. Ни одного человека, я имею в виду. Что же нафиг это было? Эй, Вай, охотница! Стой! Баба, где баба? Где эта девка? Нет, ты мне не интересна. Где охотница? Она прикольно выглядела. Где она? Вот она, смотри какая! Ума. Так, ладно, у меня своя, вот, у меня Лидия. Лидия! У тебя русское имя, кстати. Я не знаю, русское это имя или не русское. Лидия. Лидия. Люда. Оу. Здорово. Ты кто? Да. Ясно, здесь кукота какая-то. Пойдем, моя дорогая. Пойдем мы с тобою. Куда? Мы пойдем с тобою далеко от этого плохого мира. Где здесь? Где можно уединиться, не? Хим срака? Чё? Какая срака? А, скра... Хинскра. Серая грива. Эй, ты сивая грива. Иди сюда. Сейчас на этом закончим здесь. Найдем дом, где можно... Есть ли что-нибудь, нет? Эй, ку-ку. Есть что-нибудь? Нет никого. Эй, есть ты? Никого нету. Детка, иди сюда. Я все еще здесь. Мы от тебя кое-что нужно. Хорошо. Что именно? Спутнику, оу, приказ. Что тебе нужно? Тебе все еще что-то нужно от меня? Да. Да, позволь, я покажу. Давай посмотрим. А что тебе показать ты должен? Я прямо за тобой. Пора расставаться. Я не тебе кое-что. Хорошо. Что именно? Что тебе нужно? Ты можешь только ждать. Ну блин, я другое хотел. Я другое хотел от тебя. Ладно, жди здесь. Как скажешь, мой там. Мой там? Мы уже с тобой, да? Мой там. А тут никого нету, пупсик. В смысле не? А кому? Слышишь, детка порвёт. Идем нафиг. Друзья мои, с вами был Quick. Всем удачи, всем пока, до следующего видео. А вы, фу, блин. Что ты тут делаешь? Ты работаешь на сынов битвы? Говори, пока я не отправил тебя в могилу. Я не знал, что здесь кто-то есть. Теперь говори, где мой брат?
Мне не хотелось тебя пугать. Потому что они поймали Торральда и спрятали его куда-то. И если они найдут меня здесь, то же самое будет со мной. Я этого не допущу. Похоже, тебе потребуется помощь. Да, само собой, что я могу для тебя сделать? Я знаю, что Торральд жив. Вот как чувствую. Он где-то в плену у имперцев. Но я не знаю, где. Эти проклятые сыны битвы. Им что-то известно. Они это скрывают. Почти что в открытую насмехаются над нами. У них должно быть какое-то доказательство того, что Торральд жив. И оно где-то в их доме. Я знаю. Просто знаю. Поэтому мне нужна твоя помощь. Какие угодно доказательства того, что Торральд жив и находится в плену. Я знаю, что у этих сынов битвы они есть. Конечно, они прячут доказательства. Не хотят, чтобы правда выплыла наружу после того, как они столько времени всем лгали. Но ты попробуй заболтать их так, чтобы они утратили бдительность. Ладно, это самая девушка. Пошли с тобой повеселимся. В нормальном плане, если что. И на этом закончим этот видеоролик, поэтому... Ой, нифига себе тут красиво днем. Друзья! Стоям бы. Дорогие мои друзья. Всем спасибо за просмотр этого видеоролика. Желаем всем счастья, здоровья, любви, всего самого наилучшего. Никогда ни за что не болейте. Всем удачи, всем пока и до следующего, ребята мои, видео.